Давным-давно один сверчок волшебно сны раскрасил. Он ночку целую не спал и красил, красил, красил. А с ветерком цветные сны по свету разносились. И мальчикам, и девочкам цветные сны. Добрый вечер, ребятушки! Привет, друзья! Ой, Настена, что я тебе сегодня расскажу? Такое путешествие у меня было! А эмоции! Ну не томи уже! Рассказывай! Ну чего ты такая нетерпеливая? Я, может быть, под впечатлениями еще. Не совечок! Ну ладно, ладно. В общем, на этих выходных я был в порту! Да? А мы с мамой тоже были в Одесском порту, на корабли смотрели. Да нет, да ты не поняла. Да это не в порту, где корабли ходят туда-сюда, а в порту. Это город такой в Португалии. А, вот оно что. Да, порту. Это городок уютный, солнечный, древний. Просто место, в которое хочется вернуться. Тебе эмоции захлестывает. Ну, я как вспомню, сразу там оказываюсь. Это потрясающие мосты, старые трамваи, холмистые улочки. Интересненько, а какие там достопримечательности? Ну, один из главных символов порту – церковь Клери-Гуш. Высота ее колокольни – ого-го! Ее видно с любой точки города, представляешь? При желании можно подняться и наверх самой башни. Ого, вот это да! Завораживающий вид! А центр города Порту – это сплошные достопримечательности. Там можно бродить очень долго, пока любопытство не закончится. Только оно может и не закончиться. Там же столько интересных домов. Например, мне очень понравился дом музыки. О, это он и есть дом музыки? А издалека он мне вообще показался кусочком рафинада. Ну, сахар есть такой. Точно. А какое странное, вы бы видели. Коридоры с крутыми поворотами. Залы непонятных форм. А стены иногда сходятся под этими немыслимыми углами. Да, такую школу музыки я бы с удовольствием ходила. О, еще бы как ходила. Ой, Настена, а какие там мосты? Такие я только на картинках видал. Самый известный мост Порту перед тобой. Очень древний, между прочим. И ты все это видел своими глазами? Конечно! А еще... Лесовичок, спасибо тебе за рассказ. Нам уже пора мультик смотреть. И вправду, времечко пришло. Давай тогда смотрим. Лесовичок, а можно и мне в следующий раз отправиться в путешествие? Не, ты не обижайся. Просто ребятам лучше путешествовать с родителями. С ними интереснее, да и присмотр за детьми нужен. А я стар уже, в очках уже, да и возраст не тот. Ладно, Лисичок, я не обижаюсь. Буду вместе с ребятами ждать твоих интересных рассказов. А теперь спать? О, спать, конечно. Заболтался я тут. Ох, сладких снов, ребятки. Ярких и цветных. До встречи. Цветные сны.